Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 15-го каталога Faberlic. Да-да, он уже настал, потому что 14-й был двухнедельный. Оставлю вам свои отзывы на новиночки. Итак, поехали. Новая серия по уходу за кожей лица с коллагеном. Сразу у нас с вами на обложке. Скажу сразу, что по этой серии будет отдельный ролик подробный. Мне очень понравилось. Очень-очень. И, скорее всего, ролик выйдет после уже обзора каталога. Поэтому немножко запаситесь терпением. Подождите, обязательно расскажу. Но сразу скажу, что стоит попробовать. Однозначно стоит попробовать. Это очень крутая линейка. За такие деньги, девчонки, это безумно крутая линейка. Вот честно. Я надеюсь, что что-то еще интересненькое в этой линейке выйдет, потому что хочется прям, чтобы она была широкой, хочется, чтобы было много всего. По поводу шампуня, по поводу новой серии с коллагеном для волос, тоже есть отдельный ролик, в конце оставлю подсказочку. Достойно, очень достойно, прекрасно подойдет для убитых волос, которые путаются постоянно. Вот у меня Ксюша точно подойдет, но мне не хватает кондиционирования. Мне не хватает кондиционирования и объема, то есть если использую все три средства, мне утяжеляет. Если вот два хотя бы без сыворотки, то более-менее, но и то все равно. Вот мне не хватает этого, объем теряется, разглаживается, они гладкие, безумно мягкие, но мне не хватает именно плотности от уплотняющей серии, мне не хватает кондиционирования. Поэтому повторять буду навряд ли, но если у вас поврежденные волосы, прям рекомендую присмотреться. Смотрите, у нас будет интересная очень акция 16 октября по 5 ноября, город скидок на сайте. Мега скидки на любимые продукты, узнавай новые места каждые 3 дня. То есть каждые 3 дня будет обновляться и будет что-то интересненькое. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Смотрите, бульвар стиля, ботанический сад, парк здоровья. Ну, в общем, что-то интересное, опять что-то такое вкусненькое. История развития кислородного бальзама. Тоже интересно почитать. Серия вообще великолепная. Могу рекомендовать на любое время года. Для тех, у кого очень сухая кожа и кто никак не может справиться с шелушениями, хотя на самом деле это просто. Нужно как следует отшелушить кожу, увлажнить, да? Прям советую присмотреться к линейке кислородное сияние. Она замечательно справляется со своей функцией. Действительно, шелушение убирает, проверено. Желтые ценники на Global Oxygen. И тут рекомендую присмотреться к очищающему гамашу. Он просто великолепный. Но он у нас будет 299 рублей, смотрите. А вот все, на что действуют желтые ценники, мне не нравится. Ну, скраб вот нет, хотя... Но он средненький. Вот гамаш – самое великолепное средство из этой линейки. Но кто-то любит и двухфазное средство, кто-то и тоники. Мне все это дело щиплет, поэтому я не люблю. Снова акции на кислоты. Первые два шага прям очень рекомендую взять, попробовать. Хотя бы первый, потому что это, собственно, есть кислота. 749 рублей без скидки консультанта. За два шага это просто супер. Уже активно начинаем использовать кислоты, омолаживать нашу кожу, потому что без них возрастной кожи никуда. Каким кремом не пользуйся, как не очищай. Но с кислотами прям кожа молодеет. А вот без них никуда нет. Могу сказать с уверенностью. Будем до яркого весеннего солнышка теперь преображаться именно благодаря им. Новая серия Халяль. Попробовала отсюда два продукта. Оба нравятся безумно. Масло для ногтей просто потрясающее. Прям замечательное, шикарное. Так, а это что у нас с вами? Пудра. Пудра еще с витамином С скоро будет в продаже. Цвет продукта может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. Интересно. Карандаш тоже очень понравился. Вот очень. Масло. Это масло масляное. Оно прям действительно масло. И какое-то время надо, чтобы руки ни с чем не контактировали, потому что впитывается достаточно долго. Но смягчает, девчонки, вот просто на ура. По карандашу тоже все прекрасно, все великолепно. Ролик есть. У меня райский изумрудный. Он действительно выглядит так, как в каталоге. Красивый оттенок с вотчеловым. И держится, он не отпечатывается, девчонки. Все просто замечательно. Мне прям понравился безумно. Стойкость и то, что он не такой не яркий, не броский, а достаточно приглушенный цвет. И плюс еще с блестками, что очень хорошо для уставшего века, для уставшего взгляда. Всегда как-то вот глазик раскрывается, делается взгляд интереснее, моложе, что ли, не знаю. Мне так кажется, по крайней мере. Так, по помадкам у нас с вами новинок не было. Все мы уже с вами разобрали в прошлом каталоге. Был вопрос недавно от девчонок. Самый плотный тональный крем Faberlic порекомендовать, девчонки, смело. Могу сказать, даже вот не смотрите в другую сторону. Концентрированный тональный крем для лица. Он перекроет абсолютно все.
Подбирайте себе и пользуйтесь. Он абсолютно все перекроет. Он даже веснушки, мне кажется, перекроет. Безумно плотный, хватает 2 капель. Не смотрите на цену, что здесь 20 миллилитров. Его нужно прям 1 каплю. Он настолько плотный, он действительно концентрированный. Вот здесь вот Фаберлик просто молодцы. Здесь крем отвечает абсолютно каждому заявленному свойству. Поэтому кому нужны именно перекрывающие способности, никакие консилеры, ничего вообще голоса не забивайте, берите этот один тональный крем, и будет вам счастье. Много ароматов по желтым ценникам, а все, кстати, очень неплохие. Вот, допустим, мне нравится водичка Мур-Мур, мне нравится водичка Феерика Сенсуэли, Эмансуэли, хотел сказать. Эмансуэли была вообще великолепной. Вот прям не хотят ее нам вернуть, сняли и все. Очень-очень жалко. На подарочки прям можно посмотреть, можно взять. Недавно в комментариях написали, вам не нравится парфюмерия Фаберлик, но последние парфюмы вы похвалили. Вот что ответить, девчонки, вот что ответить человеку? Мне не нравится парфюмерия Фаберлик в 90% случаев, особенно старые парфюмы. Мне не нравится, но новые ароматы мне нравятся, да. А мне вот девочка пишет, нравится. Вот, а мне кажется, что старые, нет, даже не кажется, а с утверждением, старые ароматы есть гораздо достойнее, чем новые. Но это для вас? Зачем вы мне свое мнение навязываете? А мне вот кажется наоборот, что новые ароматы достойные, а старые недостойные. Я высказываю свое мнение. Если оно с моим схоже, хорошо. Если не схоже, просто замечательно. Но навязывать его мне не надо. Я вам тоже не навязываю. Я даю отзывы по воде. Тоже будет ролик отдельный, или уже, скорее всего, вышел, да, скорее всего, вышел, тоже подробно там рассказываю про стойкость и так далее. В целом, мне все равно нравится, я пользуюсь с удовольствием этими парфюмами. Я рада, что их приобрела, еще есть за копейки по купонам. Если купоны еще не потратили, обязательно тратьте на то, что редко бывает в каталогах со скидкой. Как правило, это выгоднее. По вот этой серии был ролик, ролик в Дзен, все подробно рассказала, мне очень нравится, сразу могу сказать, очень нравится. Вот здесь я чувствую кондиционирование, здесь есть и объем, и в то же время эффект ламинирования. Серия потрясающе подробно рассказала, описала все в Дзене, и пост, ролики на эту тему есть. Кто еще на Дзен не подписан, девчонки часто пишут, нам не хватает ваших влогов и так далее, домашних там уютных, готовки. Каждый день этого добра навалом в Дзене и в Телеграм. Ссылка на Дзен и Телеграм всегда под роликом. Проходите, девчонки, смотрите, пожалуйста, кому не хватает и так далее. По сыворотке для волос, питание и защита, вот этой, ну ничего, что-то не могу сказать, девчонки, вот среднячок, такой среднячок маски в этой серии гораздо лучше. Я вообще эту серию для волос уважаю. Но по сыворотке, ну, такая вот средненькая. Для убитых волос будет прям совсем маловато. Девочки еще в комментариях спрашивали, что такое бальзам Эдигера. Бальзам Эдигера, девчонки, это такая интересная штука. Я прям скидывала, копировала информацию из личного кабинета. Это иммуномодулятор и восстановление клеток сосудов. Вот это очень важно на самом деле. Еще положительно влияет на обмен сахара в крови, что тоже очень важно. В целом, в купе просто такая вот полезная штука, которая практически для всего. Здесь классный на самом деле, богатый состав. Вот в каталоге можно почитать, что о чем. И, не знаю, есть на Фаберлик ТВ уже ролик Эдигера по этому бальзаму. Может быть, уже и есть. Я не слежу особенно, если честно. Но если нет, я думаю, обязательно в ближайшее время появится. Кто не знает, на YouTube есть канал Фаберлик ТВ. И там как раз вот такие вот всякие ролики, пояснительные бригады, в общем, подъезжают вовремя. Кто не смотрел, посмотрите. Очень, кстати, полезно, особенно про БАДы. Про БАДы, вот Эдигер, он как раз там рассказывает про БАДы. Что, для чего, зачем, как пить, в какое время лучше пить и так далее. За БАДы мне тоже тут недавно написали, что... Ой, вот вы взяли контроль сахара, вы знаете, что перед этим нужно сдать анализ. Девочки, я прошу вас, вот не надо давать советы, когда вас об этом не просят. Да? Я медик с 15-летним стажем. Я прекрасно знаю, когда мне и что пить. И когда мне сдавать анализы, и когда не сдавать. И там даже речь не про сахар была, потому что сахар у меня всегда в норме. У меня инсулин в крови частенько повышенный бывал. И с эндокринологом мы даже эту проблему решали. Инсулин, он в крови, когда повышенный вообще, он, кстати, требует кушать. Вот когда он повышенный, он требует кушать. Начинается, знаете, такой жор. Поэтому если вот что-то вас тормозит на этапе похудения, я прям очень советую сдать инсулин в крови, он сдается только платно. И с эндокринологом эту проблему порешать, если он высокий. Потому что инсулин в крови вот часто не дает человеку похудеть.
Так, дальше, что по VIP-программе буду брать, наверное, опять листовой порошочек. Может быть, возьму на пробу. У меня еще есть зелененький. Может быть, возьму парфюм сиреневый. Попробую, потому что он у меня редко расходуется. Но вещь такая недешевая. Я использую только для постельного белья и полотенчиков. Потому что действительно, когда потом достаю их из шкафа и застилаю, чувствую аромат при движении. Действительно, он есть. Он есть. До первой стирки. Если потом не добавлять, все, его нету. Новинки кондиционеров, новинки для посуды. Девчонки, пролистала или нет еще? Там перепутано в каталоге. Снимала тоже ролик на Дзене. Нет, не пролистала еще. Я заказывала яблоко, а мне пришла малина. Если хотите яблоко, так, смотрите, смотрите, смотрите. Так, у нас с вами. Это что? Это клубничка. А где малинка? Вот малинка. Малинка у нас 65, а яблоко 64. Я заказывала яблоко, а мне пришла малинка. В общем, здесь перепутано. 65 у нас малина, да. Значит, у нас в каталоге так, а на сайте по-другому. Ну, в общем, они там что-то напутали. У меня даже в заказе, как бы, ну, стоит яблочко, а пришла по факту малинка. Пересорт. Имейте это в виду, если для вас критично. Для меня, например, не критично совершенно. Великолепное средство для чистки. До сих пор вот пользуюсь, но в ходу в основном диск. Губка мне неудобна. Перчатка для ванной, то есть не каждый день тоже используется. А вот диск у меня практически каждый день в ходу. Где-то что-то вытереть без каких-либо средств, почистить и так далее. Вообще просто великолепно. Поэтому вот диск хотя бы один рекомендую. Стоит он совсем бюджетно. Цена вопроса никакая, поэтому можно и взять. Так, термобелье у нас опять в каталоге. Мне, кстати, не очень понравилось термобелье Фаберлик с прошлого года. Оно быстро пришло не в негодность, но покрылось катышками и так далее. Хотя стирала его практически по правилам. Практически. Хит продаж водолазочка в рубчик. И для новичков у нас будут подарки патчи на выбор. Я рекомендую брать One Week Miracle. Они меньше по размеру, чем другие. Но, на мой взгляд, они работают. Для меня вот эти вот две, вот эта парочка не работает. Вот эти прям вот работают, эффект виден. А кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Надеюсь, обзор был вам полезен, интересен. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Всех люблю, целую, всем пока-пока.